Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть. Видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель, благонамеренный, прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование. Как сон прошли 2 столетия. Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью. Напряженный и озабоченный. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города. Центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность. Дух города стремился разрушить эту силу. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, надрывающими звуками танго предсмертного гимна, он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники. Новое и непонятное лезло изо всех щелей. Таков был Петербург в 1914 году. На Васильевском острове, в только что отстроенном доме по 19-й линии, на 5-м этаже помещалась так называемая центральная станция по борьбе с бытом в квартире инженера Ивана Ильича Телегина. Телегин снял эту квартиру под обжитье на год по дешевой цене. Себе оставил 1 комнату, остальные, меблированные железными кроватями, сосновыми столами и табуретками, сдал с тем расчетом, чтобы поселились жильцы тоже холостые и непременно веселые. Таких ему сейчас же подыскал его бывший одноклассник и приятель Сергей Сергеевич Сапожков. Это были студент юридического факультета Александр Иванович Жиров, хроникер и журналист Антошка Арнольдов, художник Валет и молодая девица Елизавета Расторгуева, не нашедшая еще себе занятия по вкусу. Сам Телегин немало потешался над своими жильцами, считал их отличными людьми и чудаками, но за недостатком времени мало принимал участие в их развлечениях. Однажды на Рождество
Сергей Сергеевич Сапожков собрал жильцов. Товарищи, настало время действовать. Нас много, но мы распылены. До сих пор мы выступали разрозненно и робко. Мы должны составить фалангу и нанести удар буржуазному обществу. Для этого, во-первых, мы фиксируем вот эту инициативную группу, затем выпускаем прокламацию. Вот она. Мы новые Колумбы, мы гениальные возбудители, мы семена нового человечества. Мы требуем от заплывшего жиром буржуазного общества отмены всех предрассудков. Затем Сапожков сказал, что необходимо издавать футуристический журнал под названием «Блюдо богов». Деньги, на которые отчасти даст Телегин, остальные нужно вырвать из пасти буржуев. Всего 3000. Так была создана центральная станция по борьбе с бытом. Название, придуманное Телегиным, когда, вернувшись с завода, он до слез хохотал над проектом Сапожкова. Немедленно было приступлено к изданию первого номера «Блюда богов». После выхода первого номера в городе заговорили о журнале. Одни возмущались, другие утверждали, что не так-то все это просто. После выхода второго номера решено было устраивать вечера под названием «Великолепные кощунства». На одно из таких кощунств пришла Даша. В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее, Николай Иванович, был адвокат, довольно известный. Жили они шумно и широко. Даша была моложе сестры лет на 5. Когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой. Последние годы сестры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения. У Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны нежно-любовные. Первое время Даша подражала сестре во всем. Восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Перед Катиными знакомыми она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы. Она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой. Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как главная боль, все это чугунная, циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения. Парадную дверь Даша отворил Жиров и сразу засуетился, стаскивая с нее ботики, шубку, снял даже какую-то ниточку с суконного ее платья. Даша удивила, что в прихожей пахнет капустой. Затем удивила Дашу доморощенность всего этого, так нашумевшего дерзновения. Правда, хозяева и гости, а среди них были почти все молодые поэты, посещавшие вторники у Смоковниковых, сидели на неоструганных досках, положенных на обрубке дерева, правда, читали преувеличенно наглыми голосами стихи про автомобили, ползущие по небесному своду, про молодые челюсти, которыми автор разгрызал, как орехи, церковные купола, про какого-то до головной боли непонятного кузнечика в коверкоте с биноклем, прыгающего из окна на мостовую. Но Даше почему-то все эти ужасы казались убогими. По-настоящему понравился ей только Телегин. Во время разговора он подошел к Даше и спросил с застенчивой улыбкой, не хочет ли она чаю и бутербродов. И чай, и колбаса у нас обыкновенные. Хорошие.
У него было загорелое лицо, бритое и простоватое, и добрые синие глаза. Должно быть, умные и твердые, когда нужно. Даша подумала, что доставит ему удовольствие, если согласится. Поднялась и пошла в столовую. Там на столе стояло блюдо с бутербродами и помятый самовар. Телегин сейчас же собрал грязные тарелки и поставил их прямо на пол в угол комнаты. Оглянулся, ища тряпку, вытер стол носовым платком, налил Даше чаю и выбрал бутерброд наиболее деликатный. Все это он делал не спеша, большими сильными руками и словно особенно стараясь, чтобы Даше было уютно среди этого мусора. Хозяйство у нас в беспорядке, это верно. Но чай и колбаса первоклассные, от Елисеева. Были конфеты, но съедены. Хотя, если позволите... Как раз мои любимые карамельки. Затем Телегин, бочком присев напротив Даши, принялся внимательно глядеть на горчишницу. На его большом и широком лбу от напряжения налилась жила. Он осторожно вытащил платок и вытер лоб. У Даши губы сами растягивались в улыбку. Этот большой красивый человек до того в себе не уверен, что готов спрятаться за горчишницу. У него где-нибудь в Арзамасе живет чистенькая старушка-мать и пишет оттуда строгие письма насчет его постоянной манеры давать взаймы денежки разным дуракам и насчет того, что только скромностью и прилежанием получишь, друг мой, уважение среди людей. И он, очевидно, вздыхает над этими письмами, понимая, как далеко ему еще до совершенства. Даша почувствовала нежность к этому человеку. Вы где служите? На Балтийском заводе. Интересная работа у вас? Не знаю, но, по-моему, всякая работа интересная. Мне кажется, рабочие должны вас очень любить. Вот не думал никогда об этом. Но, по-моему, не должны любить. За что и меня любить? Я с ними строг. Хотя отношения хорошие, конечно. Товарищеские отношения. Скажите, вам действительно нравится все, что сегодня делалось в той комнате? Мальчишки, хулиганы отчаянные. Замечательные мальчишки. Я своими жильцами доволен, Дарья Дмитриевна. Ну, иногда в нашем деле бывают неприятности. Вернешься домой расстроенным, а тут преподнесут чепуху какую-нибудь. На следующий день вспомнишь. Умора. А мне эти кощунства очень не понравились. Это просто нечистоплотно. Ну, разумеется, виноват прежде всего я сам. Я их к этому поощрял. Вообще, действительно, пригласить гостей и весь вечер говорить непристойности. Ужасно, что вам все это так было неприятно. Даша с улыбкой глядела ему в лицо. Она могла бы что угодно сказать этому почти незнакомому ей человеку. Мне представляется, Иван Ильич, что вам совсем другое должно нравиться. Мне кажется, вы хороший человек. Гораздо лучше, чем сами о себе думаете. Правда, правда. Даша, облокотясь, подперла подбородок и мизинцем трогала губы. Глаза ее смеялись. А ему казались они страшными. До того были потрясающе прекрасны. Серые, большие, хладноватые. Если можно, я уеду, ни с кем не прощаясь. Иван Ильич подал Даше шубку так осторожно. Точно шубка была тоже частью Дашиного существа. Сошел вниз по темной лестнице, все время зажигая спички и сокрушаясь, что так темно, ветрено и скользко, довел Дашу до угла и посадил в извозчичьи санки. Извозчик был старичок, и лошадка его занесена снегом. И долго еще стоял и смотрел без шапки и пальто, как таяли и расплывались в желтом тумане низенькие санки, сидящие в них фигурой девушки. Потом, не спеша, вернулся домой, в столовую. Иван Ильич походил некоторое время в задумчивости.
выпил холодного чаю, потом взял стул, на котором сидела Дарья Дмитриевна, и отнес его в свою комнату. Для Даши эта встреча была как одна из многих. Встретила очень славного человека и только. Даша была в том еще возрасте, когда видят и слышат плохо. Слух оглушен шумом крови, а глаза повсюду, будь даже это человеческое лицо, видят, как в зеркале, только свое изображение. В такое время лишь уродство поражает фантазию, а красивые люди и обольстительные пейзажи и скромная красота искусства считаются повседневной свитой королевы в 19 лет. Не так было с Иваном Ильичем. Теперь, когда с посещений Даши прошло больше недели, ему стало казаться удивительным, как могла незаметно, он с ней не сразу даже и поздоровался, и просто вошла, села, положила муфту на колени. Появиться в их оголтелой квартире – это девушка с нежной, нежно-розовой кожей, в черном суконном платье, с высоко поднятыми пепельными волосами и надменным детским ртом. Непонятно было, как решился он спокойно говорить с ней про колбасу от Елисеева, а теплые карамелечки вытащил из кармана, предложил съесть. Мерзавец. Иван Ильич за свою жизнь, ему недавно исполнилось 29 лет, влюблялся раз 6, но чувство к Даше не было похоже на те прежние. К Даше было какое-то особенное, незнакомое ему чувство. В конце марта, в один из тех передовых весенних дней, неожиданно врывающихся в белое от снега тепло закутанный город, когда с утра заблестит, зазвенит капель с карнизов и крыш, зажурчит вода по водосточным трубам, верхом потекут под ними зеленые катки, развезет на улицах снег, задымится асфальт и высохнет пятнами, когда тяжелая шуба повиснет на плечах, глядишь, а уж какой-то мужчина с острой бородкой идет в одном пиджаке, и все оглядываются на него, улыбаются, а поднимешь голову, небо такое бездонное и синее, словно вымыто водами. В такой день, в половине четвертого, Иван Ильич вышел из технической конторы, что на Невском, расстегнул харьковую шубу и сощурился от солнца. На свете жить все-таки не дурно. И в ту же минуту он увидел Дашу. Она медленно шла в синем весеннем пальто с краю тротуара и махала левой рукой со сверточком. На синей ее шапочке покачивались белые ромашки. Лицо было задумчивое и грустное. Она шла с той стороны, откуда по лужам, по рельсам трамваев, в стекла, в спину прохожим, под ноги им, на спины и медь экипажей светило из синей бездны огромное солнце, косматое, пылающее весенней яростью. Даша точно вышла из этой синевы и света и прошла. Пропала в толпе.
Иван Ильич долго смотрел в ту сторону. Сердце медленно било в грудь. Воздух был густой, пряный, кружащий голову. Иван Ильич медленно дошел до угла и, заложив за спину руки, долго стоял перед столбом с афишами. Новые и интересные приключения Джека, потрошителя животов, прочел он и сообразил, что ничего не понимает. И счастлив так, как в жизни с ним еще не бывало. После завтрака Даша пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда вела суровую трудовую жизнь. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки. Утром решено было носить только нитяные, пудрить руки и плечи, перечесываться. Словом, была мука. На новом же синем шелковом платье оказалось спереди пятно от шампанского. Даше вдруг стало до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что, держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. Платье очистили, Дашу одели и, конечно, в театр опоздали. В антракте, облокотясь о бархат ложи и другой рукой обняв Катю за талию, Даша глядела в партер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти удивленные в толпе взгляды, нежные мужские и злые женские, и обрывки фраз, и улыбки возбуждали ее, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около уха щекотал завиток Катиных волос. Катюша, я тебя люблю. И я... Ты рада, что я у тебя живу? Очень. Даша раздумывала, чтобы еще сказать Кате доброе, и вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном сюртуке, держал в руках фуражку и афишу, и давно уже из-под лобья, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, как рожь. Встретясь глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покраснел, попятился и наступил на ногу редактору эстетического журнала «Хормуз». Катя, это и есть Телегин. Вижу. Очень милый. Поцеловала бы, до чего мил. И если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша. Вот, Даша. Что? Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце. У себя в Улиточьем дому было неблагополучно. На минуту забылась, а заглянула опять туда, тревожно темно. Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даша вздохнула, сломала шоколадку, положила в рот и внимательно стала слушать.
Придя в обычный час в Литейную, огромную постройку в виде цирка, с разбитыми кое-где стеклами, с висящими цепями мостовых кранов, с плавильными горнами у стен и земляным полом, Иван Ильич остановился в дверях, передернул плечами от утреннего холодка и за руку весело поздоровался с подошедшим мастером Пунько. Обойдя Литейную, Иван Ильич поговорил с литейщиками и формовщиками, с каждым тем полушутливо-товарищеским тоном, который наиболее точно определял их взаимоотношения. «Мы оба стоим на одной работе, значит, товарищи. Но я инженер, вы рабочий, и по существу мы враги. Но так как мы друг друга уважаем, то нам ничего не остается, как подшучивать друг над другом». К одному из горнов, стуча, спускающийся цепью, подкатил кран. Филипп Шубин и Иван Орешников, мускулистые и рослые рабочие, принялись один ломом отдирать каменную доску с лицевой стороны горна, другой – наводить на белый от жара высокий тигель клещи. Цепь затрещала, тигель подался и, шипя, светясь и роняя корки нагара, поплыл по воздуху к середине мастерской. В это время двустворчатые двери, ведущие в соседний корпус, распахнулись, и в Литейную быстро и решительно вошел молодой рабочий с бледным и злым лицом. «Кончай работу, снимайся!» — крикнул он отрывистым жестким голосом и покосился на Телегина. «Слышали или нет?» «Слышали, слышали, не кричи», — ответил Орешников спокойно. «Ну, слышали, понимаете сами, второй раз просить не станем», — сказал рабочий, сунул руки в карманы и, бойко повернувшись, вышел. К полудню забастовал весь завод. Ходили слухи, что неспокойно на Обуховском и Невском машиностроительном. Рабочие большими группами стояли на заводском дворе и ждали, к чему поведут переговоры администрации со стачечным комитетом. Заседали в конторе. Администрация струсила и шла на уступки. И в это время по телефону из Министерства внутренних дел получили приказ отказать стачечному комитету во всех требованиях и впредь до особого распоряжения ни в какие разговоры с ним не вступать. На следующий день, подъезжая к заводу, Иван Ильич еще издали увидел, что дело неладно. По всему переулку стояли кучки рабочих и совещались. Около ворот собралась огромная толпа в несколько сот человек и гудела, как потревоженный улей. Иван Ильич решил пробраться в контору, но с величайшим трудом протискался только до ворот. Прислушиваясь к отдельным кучкам спорящих, он узнал, что ночью был арестован весь стачечный комитет, что и сейчас продолжаются аресты среди рабочих, что выбран новый комитет, что требования, предъявленные ими теперь, уже политические, что весь завод полон казаками, и, говорят, был приказ разогнать толпу, но казаки будто бы отказались, и что, наконец, Обуховский, Невский судостроительный, французский и несколько мелких заводов присоединились к забастовке. У ворот около сторожа Бабкина стояли два рослых казака в надвинутых на ухо бескозырках и с бородами на две стороны. Весело и дерзко поглядывали они на невыспавшиеся, нездоровые лица рабочих. Были они румяны, сыты и, должно быть, ловки драться и зубоскалить. Да, эти стесняться не станут. Иван Ильич хотел было войти во двор, но ближайший к нему казак, в упор глядя дерзкими глазами, загородил дорогу. Иван Ильич отодвинулся от ворот. Движением толпы его понесло в сторону, к забору, где валялся заржавленный чугунный лом. Несколько раз до его слуха долетало: «Революция! Революция!» Иван Ильич чувствовал, как все в нем дрожит испуганно радостным возбуждением. Забравшись на чугунный лом, он оглядывал огромную теперь толпу.
Но в это самое время в толпе предостерегающе закричали, и вдруг раздались три коротких сухих выстрела. Сразу настала тишина. Толпа подалась и отхлынула от ворот. На разбитой ногами грязи лежал ничком с подогнутыми к животу коленями казак. И сейчас же пошел крик по всему народу: «Не надо, не надо!» Это отворяли ворота. Но откуда-то сбоку хлопнул четвертый револьверный выстрел, и полетело несколько камней, ударившись о железо. И в эту минуту Телегин увидел Орешникова, стоявшего без шапки, с открытым ртом, одного впереди уже беспорядочно бегущей толпы. Он точно врос от ужаса в землю огромными сапогами. И одновременно полоснули, как удары бича, длинные винтовочные выстрелы. Один, два и залп. И, мягко осев на колени, повалился навзничь Орешников. Через неделю было окончено расследование происшествия на заводе. Иван Ильич попал в списки лиц, подозреваемых в сочувствии рабочим. Вызванный в контору, он неожиданно для всех наговорил резкости администрации и подписал отставку. Сегодня был пустой вечер, и Екатерина Дмитриевна чистила перышки, как это называлось дома. Екатерина Дмитриевна стояла перед зеркальным шкафом, затягивая корсет. Даша, это ты? Можно? Войди. Понимаешь, теперь перестают носить корсеты с прямой планшеткой. Посмотри, этот новый, от мадам Дюкле. Тебе нравится? Нет, не нравится. Правда не нравится? Какая досада. А в нем так удобно. Что удобно, Катя? Может быть, тебе кружева не нравятся? Можно положить другие. Как все-таки странно, почему не нравится? Мне кажется, Катя, тебе бы надо бросить вертеться у зеркала. Ну, должна же я привести себя в порядок. Для кого? Что ты в самом деле? Для самой себя. Врёшь. Долго после этого обе сестры молчали. Екатерина Дмитриевна сняла со спинки кресла верблюжий халатик на синем шелку, надела его и медленно завязала пояс. Ступай к Николаю Ивановичу и расскажи ему все честно. Даша, ты что-нибудь узнала? Я сейчас была у Бессонова. Я давно догадывала, что ты именно с ним. Только слишком все это было омерзительно, чтобы верить. Ты трусила и лгала. Так вот, я в этой мерзости жить не желаю. Пойди к мужу и все расскажи. Сейчас пойти? Да, сию минуту. Я не могу, Даша. Хорошо, я скажу. Семейное несчастье произошло так внезапно, и домашний мир развалился до того легко и окончательно, что Даша была оглушена
И думать о себе ей в голову не приходило. Какие уж там девичьи настроения, чепуха. Страшная коза на стене, вроде той, что давным-давно нянька показывала им с Катей. У Екатерины Дмитриевны оказались сложенными чемоданы. Николай Иванович по чистой совести посоветовал ей поехать на юг Франции и дал на расходы 12 тысяч. Сам же он решил передать дела помощнику и поехать в Крым, отдохнуть и собраться с мыслями. В сущности, было неясно и неопределенно, разъезжаются ли они на время или навсегда, и кто кого покидает. Эти острые вопросы были старательно заслонены суетой отъезда. Катя, простишь ты меня когда-нибудь? Ты была права, Даша. Так лучше, как вышло. Ничего я не была права. Я теперь вижу, что тебя никто не смеет осуждать. Пускай мы все страдаем, пускай нам будет больно, но ты права. Я это чувствую. Ты права во всем. Прости меня, Катя. Если ты меня не простишь, я больше не хочу жить. Ах, Дашенька, если б ты знала, какая у меня тоска. Тебе хочется, чтобы все опять стало благополучно и душевно. Так я тебе скажу. Я потому лгала и молчала, что только этим и можно было продлить еще немного нашу жизнь с Николаем Ивановичем. А вот теперь конец. Я Николая Ивановича давно не люблю, и давно ему не верна. А Николай Иванович любит меня или не любит, не знаю, но он мне не близок. Поняла? А ты, как зяблик, всю голову под мышку прячешь, чтобы не видеть страшных вещей. Я их видела и знала, но жила в этой мерзости, потому что слабая женщина. Теперь всему этому конец.